我也啊，我也啊。大唐不念里啊的。歌颂。
大家听得到吗？听到的话请举手。Просьба повернуть колесо дармы в соответствии со склонностями и способностями существ. Прошу повернуть колесо дармы великой, малой и общей колесниц. Слышите ли вы меня? Это Кармапа спрашивает, слышите ли вы меня? Приветствую вас всех. Надеюсь, что у вас все хорошо. Вчера я в общем объяснила значение имени Кармапы, как оно произошло, а также историю черной короны, как она возникла, как возникла церемония черной короны. И эти истории, связанные с ними, я также рассказал вчера. И кажется, что если сегодня мы не начнем изучать автобиографические стихи «Благое поведение», «Благие деяния», то мы никогда не сможем закончить их во время этих весенних учений. Пятый Шамарпа Кончук Янлак составил каталог всех работ Микью Дорджи. И в этом каталоге есть раздел, посвященный биографии Микью Дорджи. И среди всех этих биографий 13
текстов, 13 биографий посвящены обычному восприятию, то есть они рассматривают жизнь Мекки Доржи с точки зрения обычного восприятия учеников всех типов. А еще есть 5-6 работ, которые посвящены чистому восприятию чудесных деяний, чудесных событий в его жизни. Возможно, есть и другие биографии, не включенные в этот перечень. К примеру, есть комментарии на благие деяния, сложенные Сангье Палджупом. И в нем говорится, что есть биография Мекки Доржи, составленная Аку Атре. Также есть история мастера ситхи Гомпо Кенпо Шакья Сангье. Еще есть история, составленная Ламой Пеником. То есть есть много различных биографий. Однако среди собрания трудов Мекки Доржи есть только одна биография, один намтар, составленный Аку Атрой. Все другие названные тексты отсутствуют в нем. В этом каталоге всех работ этот текст значится под названием «Жизнь Мекки Доржи», под названием «Благие деяния, составленные им самим». И восхваление он тщательно искал. И второй из этих текстов он тщательно искал, позже стало хорошо известным. В особенности благодаря комментарию Ситучу Киджуны, который составил к ним комментарии. И также в собрании работ всех мастеров Карма Камсанга. Также одно из главных считается это восхваление. Он тщательно искал. И этот текст, хотя он краткий, он имеет очень глубокий смысл. И есть много объяснений к этому тексту, и поэтому можно сказать, что он такой популярный. И говорится, что многие мастера говорили, что именно этот текст он тщательно искал, следует всегда помнить, держать в уме. Однако, с точки зрения того, что объясняется, то есть предмет объяснения и способ объяснения, то есть как это объясняется, благие деяния являются самым длинным и самым полным из всех автобиографий Мекки Доржи. И эту версию, которую мы с вами используем, это содержится в первом томе собрания работ Мекки Доржи. Поэтому я подумал, что это самый полный и длинный намтар, и поэтому хорошо будет изложить его вам. И есть тексты почти этого намтара, который содержится в библиотеках нескольких монастырей. Например, в Сарнатхе, в виде институте. И один из самых старых версий, которые мне известны, была сохранена в Дрипунге Ничулаканге, то есть монастыре Дрипунг.
И говорится, что в библиотеке монастыря Дрепунг, Дрепунгной Чолаканги, содержится много старых текстов, и некоторые из них принадлежат именно, как они внутренние тексты принадлежат самому монастырю, а есть еще внешние тексты, которые там хранятся. И также это связано с тем, что когда монастырь Цалакан в Конгпо был разрушен, и сокровища, так званые черные сокровища кармат, которые там хранились, были уничтожены, то, что было спасено, было привезено в Центральный Тибет, в Ю. И именно это описывается в автобиографиях пятого Далай-ламы, великого пятого Далай-ламы. И также есть версии этого текста в библиотеке в Пекине и также в некоторых других больших библиотеках в Китае. И как-то я посетил ту библиотеку в Пекине, и те, кто сопровождал меня, мы говорили с хранителями библиотеки. Также те люди, которые были со мной, они говорили, что в Румтеке, в Индии, есть эти тексты, привезенные 16-м кармамой. Но, тем не менее, я ответил на это, что хорошо, эти тексты есть в Румтеке, но я хочу получить доступ к текстам, которые хранятся в Потоле, Нарбулинке и в Дрепунге на Чолаканге. Я попросил их об этом. Но представители тибетского автономного региона сказали, что китайские представители сказали, что это тяжело получить такой доступ. Поэтому, когда я вернулся в Цурбу, я не думал, что мне удастся получить доступ к этим текстам. Мы никогда не получим их, думал я. Но тем не менее, когда я все еще был в Тибете, мне удалось установить связь с одним представителем тибетской автономии, и он помог нам получить доступ к манускриптам в Потоле, Нарбулинке и Дрепунг. И эти тексты очень ценные, я знала об этом, поэтому я действительно приложил учение для того, чтобы получить их. И я снова и снова просил об этом. И
В конце концов, о, пропал тибетский. Пропал тибетский канал.
可以啊，还是得生个队。我打的根本就不让我洗手，没做些。我古巴的鱼是啥么子呢？古巴个也不是鱼多，俺个拿土米吃啊种。今年就三年大，哎呀，先生。俺的，不然把他拉到农林个单，就不那去拉啊。其实，拿了呢呢，个鱼别个。送了百年，但家产，但是，年岁突破了不重要的。各地的山，那就做过来了，捐给的，是不是全部老亚山上的？再说起来，各地的山呢，呢，像嘛的西北给松柏，湿地嘛，不得全部是不是有点吧？地少不大，不得钱看些，各地的山呢？Перервалась связь, интернет пропал, говорит возвестность. Итак, мы нашли более с помощью благодаря помощи тибетской администрации мы нашли более 500 манускриптов рукописей, старых рукописей Кагью, которые хранились по Тальнарболинге и Дрипунге. И больше всех к этому приложил усилий Кемпу Сурпу по имени Лояк. И также тогда также в то время мы нашли старое здание собрания работ четвертого шамара, шамарпы, написанное золотыми буквами. Но мы пытались это, его восстановить, сделать копию с него и восстановить, но в то время технологии в Хасе не были достаточно хорошими. И поэтому они не смогли напечатать его, не смогли восстановить страницы, им пришлось их склеить. И эти старые рукописи, которые мы нашли, они были завернуты в ткани, в тканевые обертки. И их никто не открывал, наверное, 300 лет, а может больше. И также на них были красные печати. Кемпо Лояк, он Кампо, и он как-то очень серьезно к этому отнесся. И он принес в Цурпу, привез в Цурпу несколько десятков таких старых рукописей. И я все еще очень хорошо помню этот день. Я спустился вниз по ступенькам. Я держал в руках благовоние. И в своей жизни это был впервые такой случай, когда я нес благовоние для кого-то другого. И мы накрыли много столов у меня в комнате и шелком, и положили на них эти тексты. И в то время рядом со мной сидел Лаген Трубном, и он открыл том собрания работ Микю Доржи. Все они, это были напечатанные тексты, и все были они завязаны кожаными ремешками, кожаными шнурками. И когда мы развязали эти кожаные шнурки, они просто распались на кусочки у нас в руках. И также ткань, в которую были завернуты тексты, она была так пропитана пылью, что из нее, когда мы касались ее рукой, то из нее просто летела пыль во все стороны. И когда казалось, что эти тексты, они уже полностью разрушились, разложились. Но когда мы открыли страницы, мы увидели, что они были целыми,
и из них исходил свет. Они как бы излучали свет. И большая часть текстов были рукописными. И мы были удивлены, насколько усердными были люди, которые составили их. И с тех пор я всегда любил открывать тексты из собраний Микидоржи других кармов. И до того дня, когда мы получили эти рукописи, у меня была в Цурпо библиотека напротив того места, где я пребывал. И я ходил туда много раз и читал там тексты. Но там хранились собрания лишь 13-15 кармап и никаких других кармап. И я много раз прочитал эти работы 13-15 кармапы. И в особенности мне нравились истории, которые входили в собрание работ 13 кармапы. Они назывались «Дарма», которая была дарована мышонку Друбгё Тензина. То есть в этих историях рассказывалось о мышонке по имени Друбгё Тензин, которого учили медитировать. Но он не мог медитировать, поскольку не мог сидеть со скрещенными лапками. Поэтому для него изобрели пояс для медитации из травы, из травинок, одели на мышонка, и он тогда мог сидеть в вечерней позе со скрещенными лапами. И мне очень нравилось читать эти истории. Это просто лишь это воспоминание из моего прошлого. В любом случае, они свидетельствуют о том, что хотя я и носил имя Кармапы, у меня не было уж так много возможностей читать тексты писания мастеров Кагью. И если у меня не было такой возможности, то как обычные монахи или миряне могли получить к ним доступ, у них не было такой возможности. А сейчас столько различных текстов, они в таком изобилии, и совсем не сложно получить к ним доступ. Поэтому я думаю, что вы все обладаете благой удачей, поэтому не теряйте эту возможность, хорошо изучайте их. В особенности, поскольку этот текст входит в собрание сочинений, также обратите на него внимание, отнеситесь к нему со всей внимательностью. И так этот текст, который мы изучаем сейчас, «Благие деяния», название, по которому он фигурирует в каталоге Пятого Шамарпы, это просто автобиография Кармапы Микидоржи, то есть «Намтар Кармапы Микидоржи». Но походу же, что это просто краткое название текста в каталоге, и не настоящее название самого текста. Причина, по которой я так думаю, в том, что было несколько автобиографий Микидоржи, и поэтому просто назвать именно этот текст автобиографией никак не специально не обозначал именно этот текст «Благие деяния». И по этой причине мы выбрали длинное название автобиографической стихи под названием «Благие деяния», для того, чтобы не было никакой запутанности касательно того, о каком тексте идет речь. И мы называем этот текст биографией Намтара и по-тибетски. И поэтому я хочу сначала немного рассказать, а что такое Намтар, история освобождения. И как я уже вчера объяснял, откуда происходит Кармапы, что означает имя Кармапы. Но само слово «карма» в слове «кармапа» — это не тибетское слово, это санскритское слово.
По-тибетски карма – это либо цинья. Просто карма – это транслитерация санскритского слова, а не перевод. Просто соединили карму и па, тибетский суффикс, который означает «деятеля», того, кто осуществляет деяние. И так получилось имя Кармапа. Но когда я был маленький, я не знал, что это санскритское слово, поэтому я думал, что это тибетское слово. И похоже, что и многие другие также не знали этого и неправильно его писали. Потому что правильно сейчас по-тибетски транслитерация такая «Раматама», «Карма». Но есть много различных видов написания этого текста по-тибетски, поскольку многие думали, что это тибетское слово. Это связано с тем, что большинство лам в Тибете не знали санскрита, и поэтому они считали это слово тибетским. Так Мекью Дорджи – это восьмой кармапа, это имя восьмого кармапа. Это его краткое имя, тогда как его длинное имя это 5 слов или 7 слов. И считалось в прошлом, что если имя, длинное имя это очень хорошо, это очень почетно. Поэтому у многих мастеров, либо очень уважаемых людей прошлого в Тибете, у них очень длинные имена. Например, также и Будду мы называем Будду совершенно просветленным. То есть он не просто Будда, а у него несколько слов в имя, как совершенно абсолютно просветленный. И это имя отражает его качество. И, возможно, следуя этой традиции, также и многим мастерам давали длинные имена. И в Намтаре Кармапе он фигурирует под многими именами, многими различными именами. И объяснение, и главное в этом, в том, что его имя содержало в себе аспекты различных качеств. То, что мы называем Намтар на тибетском, либо история освобождения, это перевод санскритского слова «вимокша», которое было переведено на тибетский и означает «освобождение». Намбар табада дембе гуане
И когда мы переводим вимокшу санскрита на тибетский, то это и звучит как нампартарпа, или абсолютное освобождение. И в объяснении Джагона Контрола Лоджотая говорится, что есть три типа намтаров истории освобождения согласно трех типов индивидов. То, что касается индивидов меньших способностей, меньших наклонностей, то это история освобождения из трех нижних нижних миров. В силу веры, веры в карму, причину и следствие. То, что касается существ средних способностей, то это освобождение из океана самсары, то есть всех миров самсары, благодаря вере и желанию освободиться из всех миров самсары. И в том, что касается и великих существ высших способностей, то это освобождение от всех, от двух крайностей, как самсары, так и нирваны, и стремление помогать другим. То есть это история такого освобождения, высшего освобождения. И именно это мы называем историей освобождения намтара. Как говорится в джатаках, в историях жизни Будды, сложных ачарьи Аришурапады, что эти славные истории, они повествуют о том, о пути, как стать сугатой, как стать Буддой. Поэтому те, кто, кому не достает веры, исполнится веры и будут воодушевлены этими духовными историями. Также в Джайдрук Келанкунга Палджор написал, что настоящее и подлинное название, значение намтара заключается в том, что это текст и предмет, предмет изложения в этом тексте приводит учеников, которые слышат его либо читают его, на путь освобождения и приводит их к сведению, к полному просветлению. И поэтому, что здесь говорится, что те, кто слушает эти истории, они должны зародить в себе три типа веры. Обычную веру, веру устремления и нерушимую веру, высший тип веры. Лучше всего, если будут зарождены все три типа веры, или хотя бы один из них, и именно то, что то смогут ли ученики зародить веру, и будет свидетельствовать о том, будет ли посажено семя освобождения в них или нет. И, например, когда мы читаем сутры, то все сутры начинаются со слов «Так, я слышал однажды, однажды, Бхагаван» и так далее. И это первое слово «Так, так я слышал». То есть в чем значение этого «так»? Есть много объяснений, но главное из них в том, что это «так я слышал» относится к тому, кто слышал с веры, кто зародил веру. И зародив веру, слушал дарму, получал учение дармы. И это был верным способом вступить во врата дармы. И есть один китайский перевод Кумарадживы, комментария Нагарджуны к Праджнапарамите, Парамите в 100 тысячах стихах на тибетском. Этот текст не сохранился. Но в этом китайском переводе говорится, в этом тексте есть
есть объяснение важности веры. Почему так важна вера? Я перевел эти строки с китайского на тибетский. Хочу вам их рассказать. В этом комментарии говорится, что вера похожа на руку. И если человек, у кого есть руки, если он отправится на остров сокровищ, то он сможет набрать там столько сокровищ, сколько пожелает. И вера похожа на руки, поскольку тот, кто отправляется на остров Дармы Будды, если который содержит сокровища просветления, пути достижения и так далее, то если у него будет вера, то он сможет обрести все эти сокровища острова Дармы Будды. А тот, у кого нет веры, похож на человека, у кого нет рук. И человек без рук не сможет взять с собой никакие сокровища, если отправиться на остров сокровищ. То есть, что здесь говорится? То, что тот, кто обладает верой, он сможет получить сокровища дармы, то есть он сможет обрести качество, которым учит дарма. Также в этом трактате говорится, что тот человек, кто обладает верой, сможет войти в великий океан моей дармы и сможет обрести плоды духовного пути. Если кто-то не обладает верой и лишь бреет голову, одевает монашеские одежды, то он не сможет войти в океан дармы. Это похоже на то, как высохшее дерево не сможет принести плодов. И также в этом комментарии к Праджнапарамите в 100 тысячах строках говорится, что дарма Будды глубокая и обширная, поэтому она является сферой познания татагат Будд. Однако, если обычный человек обладает верой, то он сможет войти во врата дармы Будды. То есть, что, о чем здесь идет речь? То, что обычные люди не могут познать дарму Будды, поскольку она такая глубокая, такая обширная. Однако благодаря вере обычные существа могут войти на путь, которым учил Будда. И поэтому важно обрести веру в учение Будды. И без веры мы не можем убедиться в правдивости того, чему учил Будда. Мы не можем это увидеть своими глазами, поскольку это за пределами обычного восприятия. Поэтому для начинающих так важно зарождение веры. Также в этом комментарии говорится о том времени, когда Будда достиг просветления, но еще не повернул колесо учения, то есть еще не учил дарму. И тогда Брахма, Бог Брахма, попросил его повернуть колесо дармы. И когда он попросил его первый раз, то Будда ответил, что дарма, которую он познал, такая глубокая, что если даже он будет ее учить, люди не смогут понять ее. Но затем Брахма снова попросил его во второй раз. И тогда Будда подумал о том, что все Будды прошлого учили дарму для блага существ. И также мне тоже следует поступить так же. И он обещал Брахме повернуть колесо дармы в тот момент. И что он сказал в этот момент? Он сказал такие слова: «Сегодня я познал нектароподобную дарму. Те, кто наделен верой, пусть возрадуются. Я дарую им учение истины
дхарма. То есть, что здесь говорится, что те, кто обладает верой, пусть возрадуются, пусть обретут радость. Он сказал именно о вере, а не те, кто щедры, либо пусть возрадуются, либо те, кто обладает дисциплиной, пусть возрадуются, либо те, кто усердны, либо те, кто поддерживает медитативное сосредоточение, либо те, кто обладает великой мудростью, пусть возрадуются. Он именно сказал, те, кто обладает верой, пусть возрадуются. В чем причина этого? Причина этого в том, что истинная дхарма глубокая и очень обширная, она невообразимая. И поэтому те, кто даже обладает обычной мудростью, но кому не достает веры, они не могут познать ее, они не могут ухватить ее своим умом. Если мы говорим, что дхарма Будды такая глубокая и обширная, что лишь полностью просветленный может познать ее, то как же обычные люди могут понять ее? Именно с помощью веры. Они должны основываться на вере. Благодаря вере они смогут войти во врата дхармы. И именно они, а не те, кто практикует щедрость, дисциплину и так далее. И поэтому Будда, перед тем, как повернуть колесо дхармы, он сказал, что он говорил о важности обрести веру. Он сказал, все, кто обладает верой, возрадуются. И в силу всех этих причин вера объясняется как очень важная для начинающих. Но, тем не менее, в наши дни все считают, что им не нужна вера, что они могут понять всю обширную природу дхармы, полагаясь просто на логику, на свой рациональный ум. Мне кажется, что это немного надменное отношение. Поскольку даже в самих учениях говорится, что без веры невозможно постичь дхарму. И в чем же тогда причина изучения Навтаров, истории освобождения? Главная причина в том, что Навтары, история освобождения, помогает нам зарядить веру. Именно поэтому истории обычных существ, просто известных индивидов, кого-то, кто богатый, либо знаменитый, то такие истории, они не являются историей освобождения великих существ. Поэтому все эти истории содержат в себе привязанность к миру, стремление достичь известности, надменности и так далее. И в связи с этим шестой Шамарпа Гарванчук Иванчук сказал, я думаю, что многие люди говорят, что они практикуют дхарму. Но если тот, кто практикует внутреннее поведение, тем не менее не обладает внешним благим поведением, то тогда люди не поверят в их реализацию. И они не поверят, что такие практикующие обладают внутренней реализацией.
И хотя многие могут утверждать, что они достигли освобождения, на самом деле они даже не закрыли пути в низшие миры. Тут говорится о том, что те, кто просто хочет достичь реализации и думает, что я оставлю все, я стану махасидхой, и поэтому отправлюсь в горы. Есть много подобных людей, но на самом деле они просто стремятся пустить пыль в глаза обычным людям. В связи с этим, также шестой Шамарпа сказал, что сначала я не имел возможности, благой возможности практиковать. И поэтому мне нужна была практика, которая соответствовала моему уровню. Если бы я просто притворялся кем-то, кто оставил все, ясновидящим, махасидхой, то, возможно, это было бы успешным примером, чтобы обмануть глупцов, мирских глупцов, и я бы получил какое-то влияние. Но когда я выбирал между подобным влиянием и обретением качеств, я решил, что качество важнее, и я выбрал качество. И это то, о чем говорится. И именно по этой причине эти ламтары, истории освобождения великих существ, они намного лучше, чем история обычных существ. И есть одна история, я не знаю, правдиво, я слышал ее от этого человека. Когда спросили, каковы великие качества, каковы качества великого существа, то то качество великого существа — это тот, кто обладал большим телом, это тот, кто был толстым, эти качества, например, Кампа сравнивали с качествами лошадей. Например, лошади Каме, они маленькие, низенькие, и они, поскольку Кампы такие большие, они большие тела, то они не могут вести на себе больших людей из Кама. Поэтому они считают, что великий означает кто-то большой, сильный. Но на самом деле они не понимают о том, что мы говорим о историях достижения освобождения. Обычно величие понимается с точки зрения тела. Например, если кто-то великий, это значит тот, у кого много монастырей, много учеников и так далее. Но в этом контексте я не говорю о этих качествах тела.
важно именно качество в реализации. Те, у кого много учеников, либо много монастырей, это ничего не значит. Качество реализации означает, если у кого-то качество сострадания в уме, качество любящей доброты, это самое важное. И сейчас давайте сделаем перерыв на 30 минут и затем продолжим.